І з нами на зв'язку Джон Едвард Гербст, американський дипломат, п'ятий надзвичайний посол Сполучених Штатів в Україні, директор Євразійського центру імені Патріціо при Атлантичній Раді Сполучених Штатів Америки. Доброго вечора, пане Гербсте, я вас вітаю. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Рад бути з вами. Ну, смотрите, все с нетерпением ожидали выступления Джо Байдена. Каким, о чем он скажет, какие заявления сделает? И мы услышали, собственно, что конкретных сроков нам не назвали, но, тем не менее, прозвучало очень много важных месседжей. Вот если можно, как вы их оцениваете? О чем они свидетельствуют? Ну, мы знаем, что для него важно, чтобы Украина остается суверенным государством. Ему важно, что Путин не победил в Украине. И его поддержка для Украины, для этой цели, он выражает в своем выступлении. Но мы тоже знаем, и это жаль, что он воздерживается от полной поддержки для Украины, особенно снабжения более передового оружия, потому что он боится эскалации с российской стороны. И это проблема, когда речь идет не только о снабжении такого оружия, но тоже о вопросе украинского членства в НАТО. И поэтому я не удивлен, но я разочарован результатом этого саммита в отношении этого вопроса. Хорошо, если говорить вот о сегодняшнем заседании Совета Украина-НАТО, его называли историческим, таким для нашей страны. Действительно ли это так? Ну, это исторически. И я должен добавить, что в этом саммите отношения между Украиной и НАТО пошли в нужную сторону. Но пошли совсем, ну, вообще только немножко. И это проблема. Очень большое внимание было также приковано вот к закрытой встрече Байдена и Зеленского. Все-таки о чем могла идти речь? В частности, мы ждали о том, говорилось о том, что возможно будет обговариваться передача Украине ракет дальнего радиуса действия. Но, тем не менее, потом появилась информация, что пока конкретики по этому вопросу нет. О чем еще могли говорить лидеры Украины и Соединенных Штатов Америки? Ну, мне кажется, что их подходы, я имею в виду подход Байдена и подход Зеленского, к этому саммиту отличаются друг от друга. И мы видим некоторые тени между ними. Зеленский, на мой взгляд, правильно, не был доволен этим коммунике, и он правильно тоже понимал, что робкость администрации Байдена объясняет этот результат, поэтому он критиковал коммунике, чтобы правильно представить украинские интересы. Но в то же самое время он понимал, что такой подход, такая критика, мягко говоря, недовольствует Байдена и его команду. И поэтому он после той критики сделал еще один месседж, в котором он показал благодарность за американскую помощь.
И я уверен, что и Байден, и Зеленский хотели вести более или менее дружественную встречу без конфликта сегодня. И давайте вот в завершение нашего разговора. В принципе, если говорить все-таки о том, что в следующем году состоится юбилейный 75-й саммит НАТО, который совпадает фактически с выборами, насколько большая вероятность, что в следующем году мы получим это приглашение и станем членами Альянса? Ну, я не знаю, что выйдет в саммите в Вашингтоне. Но, на мой взгляд, саммит Венеция никак не пользовался всеми возможностями такой конференции. И я надеюсь, что до следующего саммита Байден разберется в интересах Америки и тоже в своих интересах. И он будет готов поддерживать сильные шаги в развитии украинских отношений с НАТО. Мы не можем опираться на это, но мы можем работать, чтобы опять помочь администрации вести такую политику. И это мое намерение. Я благодарю вас за ответы. Нагадаю, що ми спілкувалися з паном Джоном Едвардом Гербстом, американським дипломатом, п'ятим надзвичайним та повноваженим послом Сполучених Штатів в Україні, директором Євразійського центру імені Патрічіо при Атлантичній Раді.